В краевой больнице на сотрудников приемного отделения напал посетитель. Как рассказали в пресс-службе учреждения, около 3 часов ночи к ним доставили избитую женщину. Лицо было настолько травмировано, что врачи с трудом могли определить ее возраст. Пациентку сопровождал молодой человек, который представился телохранителем. Когда женщину увезли на обследование, он потребовал пустить его в отделение, что противоречит правилам больницы. Он несколько раз прорывался в служебное помещение, его выводили. Потом он залез в окно диспетчерской, через которое разговаривают сотрудники с посетителями, нанес удар в лицо и в голову дежурившему медбрату. По словам свидетелей, которые присутствовали в это время, он был излишне возбужден, от него исходил запах алкоголя, но это не доказательство. Как рассказали в больнице, зачинщик позже объяснил свое поведение тем, что врачи слишком долго оказывали помощь женщине, которую он сопровождал. По неподтвержденной информации, молодой человек – профессиональный кикбоксер. Усмирять его пришлось 4. Пострадавший медбрат сейчас лежит в нейрохирургии, там же, где и пациентка, из-за которой произошел конфликт. Сразу после ЧП в больницу приехала полиция. Агрессивного мужчину доставили в отделение, где он написал встречное заявление. В момент драки камеры видеонаблюдения в больнице не работали. Полицейские проводят проверку и опрашивают свидетелей. В ходе проверки будет дана оценка действиям всех участников этого конфликта, в том числе и действиям персонала. Заявления написаны с обоих сторон. То есть и мужчина написал заявление, и сотрудники больницы написали заявление. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства.